За что Самнеру сегодня должно быть стыдно? Ну, стыдно должно быть судьям, а не Самнеру. Самнеру? Да нет, он молодец, он красавчик на самом деле. Перелетел через океан и поднял свой же мировой рекорд. У меня к нему нет претензий, есть претензии к судьям по поводу его жима. У него постоянно отрывалась башка, крайний подход, еще и задница висела в воздухе. Ну, как бы и в тяге, мягкие колени, и на втором подходе, и на третьем, но претензий только к судьям, к нему нет. Понятное дело, что мы уже как бы заранее знали, что получается борьба развернется за первое-второе место. Вот, между Коноваловым и Самнером. Вроде бы когда уже должна была быть конкуренция, да, вроде как бы уже все созрели для нее, именно спортсмены. Вот, то одно мешало, то другое, то один не приедет, то забаранится, то еще какая-то ерунда. Вот, и в этот раз как бы мы увидели борьбу. В этот раз по лучшим результатам по сумме мировой было понятно, что будет гораздо сложнее. И тем не менее, и по учебно-тренировочному сбору, где Андрей просто пахал, было понятно, что он просто так звание чемпиона мира не отдаст. I agree that my technique's not the best. I think Andre has better technique and Carl had better technique too. I don't think my technique's the best, no. Today's your squat was really amazing. So did you do some homework in your gym? I've always tried to keep squatting deeper because a lot of times I only get one or two squats past at Worlds, so I've been working on squatting deeper. Really, just I've been using a looser suit. Yeah, I can get down easier. Я привез хорошую форму. Я немножко поаккуратничал на приседаниях с точки зрения тактики. Изначально дома готовили 60-85-500. Но видно было, что американец в лучших своих кондициях. С седом как никогда был хорош. Приседал глубоко. И как бы мы начали собирать. А, все, хочу. Кроме ты надо снизиться. Don't get in the way of your warm-up. Скажи мне про ситуацию с дисками на разминке. Что с дисками происходит? Материться можно? Конечно. Хуево все с дисками. А почему? Потому что америкосы. Ну, тяжи, наверное, потому что много приседают. Конечно. И дисков не хватает. Очень. У нас хватает дисков. Не хватает, но дисков. Вон. Слышь? Я украинцев спиздил 25-ку для нашего спортсмена. Сделал хорошую работу над ошибками с прошлого чемпионата мира. Он приседал отлично. Он приседал очень коротко в плане добавления весов. Он приседал 475, 85 и 495. Все как один. Легко, в угол. И был запас также на 500-505. The waves.
давайте, сбоку. Хорошо, выставляйте! Ниже лица! Грудью накрывай! Ниже, 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 ниже! Винты! Степа, винты! Все хорошо. Саня, она легкая, давай 80. Блять, один красный. Я в эту подготовку 4 тренировки сделал на 470 и нашел движение очень хорошее. То есть я его контролирую, я его чувствую как никогда. Я его делаю на квадрицепсе, на ногах. Это тоже для меня очень важно. То есть ни одной спиной вывожу, как было ранее. Поэтому все эти, как бы, да, потенциал пробит. Сегодня она легкая была на спине. То есть я на сети отходил, меня не выдавливало. Мне главное было заложить свой угол вниз, а наверх, ну, вы видите, как бы оно вылетало. Снимали. Прекрасно, все работает. Все правильно делал. Например, до седа там, тут вообще ни у кого не было вопросов, было очень, как бы, амплитудное движение, вот. Но амплитудное движение все равно в первую очередь за счет завала корпуса, а не ухода в сед. Про жим я вообще молчу, это как бы изначально человек знал, что у него проблемы с техникой и выходил прятать эти проблемы, то есть он не работал с этими проблемами над их искоренением, да, то есть я же тоже мог изначально жесткую рубашку надеть на первый подход, да, и там, ну, начинать там свои 380, да, то, что я сделал, переодев рубашку. Но я-то понимал, что меня могут скосить, да, и я могу не попасть просто в жесткость.
Поэтому я одел сначала легкую рубашку, пошел 360 в зачет, переодел и пошел. У него тоже была такая возможность, потому что отрыв головы и вот это вот трико безразмерное, чтобы скрыть отрыв таза, это не от какого-то, как сказать, от сглаза, да, все делается. Это делается потому, что рубашка очень жесткая, которая, ну, впритык одевается на него с точки зрения, как она на нем сидит. Она, конечно, много дает, но она и много ломает. А он предпочел не менять рубашки, а просто навязать бантик на голову и одеть безразмерное трико, чтобы меньше судим дать обзор на свою пятую точку. The rule either. If I had hair, you wouldn't be able to tell that my head comes up. Джим там, где он должен был просто забаранить, и как ни странно, это нехорошо, наверное, подавать протесты против своих соперников, но ничего не оставалось. Отрывы таза, отрывы головы, недожимы. Если честно, в первом-втором подходе они вызывали столько возмущения в зале, что приходилось идти подавать протест против соперника. Ну, у меня нонсенс, что два раза судьи не смотрели на его голову. Вот это для меня был нонсенс, потому что судьи созывают, говорят, что есть ошибки. Они садятся, как в прошлый раз, и судят, как в прошлый раз. А мы, говорит, мы не видели голову. Если ты судья международной категории, займи положение так, чтобы тебе было видно. Да, все мы люди, все мы ошибаемся. Если первый подход они могли не видеть его голову, то если их подозвали, показали видео, и жюри удовлетворило протест, ну, наверное, этого спортсмена надо, ну, как бы, в другую зону обзора, как бы, себе ставить, чтобы видеть все, как бы, нюансы, потому что уже есть прецедент. Сейчас я, конечно, понимаю, что это решение вообще судей, как бы, политическое. Потому что, с одной стороны, да, они удовлетворили наши протесты, хотя там рекорд мира, да, и как бы борьба идет. С другой стороны, они не удовлетворили третий протест, с которым, собственно, ты подходил и показывал видео. И в этом тоже политика, что, мол, тогда скажут, что жюри пошло на поводу там у российской сборной, да, и, собственно, протащили, сняли сильнейшего спортсмена таким образом. Если уж как бы приняли правила, как бы, и начали их реализовывать, так реализовывайте до конца. А жопа же отрыв. Отрыв? 5 рублей. Это вам селят. Отсюда? Чином вам селят. Godly! Gentlemen, Godly, the blind shoulder, 425.5, new world record in the bench press. 200 kilos goes on the bar now for Caleb Hammett. He was given an additional attempt at the end of the round. This will be the last bench press of the day and indeed the competition. We will then have a 20-minute break. Жопы, да, то есть получается включение локтей там на старте, в конце. Вот это как бы уже на усмотрение судей. То есть я здесь как бы много наблюдал, у кого включение локтей полностью не было. Сам, в принципе, так жму. Че тут лукавить? Вот, то есть получается на старте. Потому что когда локти до конца не выпрямляешь, то есть намного лучше можно заправиться. То есть заправить лопатки назад. Как бы здесь это прокатывает, по сути дела. Ну, это всегда неприятно, наверное, ощущение. Это неприятное ощущение, когда ты идешь, как бы, чуть ли не капаешь, и вы что, не видели? Жалуюсь, да, жалуюсь. Вы что, не видели разве, как члены жюри? И первые два подхода члены жюри однозначно поддерживали, что, да, отрыв головы явно. Шли и меняли решение тройки. А тройка как считала? Два к одному. Центральный судья видел отрыв и не считал. Боковые сидели так, что за массой его плюс массой страхующих, извините, на штанге 425,5 килограмм,
по-другому не могло быть. Они просто не видели отрыва головы. Ну а в третьем подходе все смотрели на голову, и вдруг показывают видеоповтор на большом экране, где отрыв таза. Жюри, я не знаю, то ли они спасли его, то ли побоялись возмущения американцев, протестов там и все такое. Но... Это был бы, наверное, уникальный случай, когда все три подхода отменили бы да, из-за сборной, наверное, России. Да. И тут шведский судья сказал сразу, да, был отрыв таза. Тайпейка, которые, кстати, поставили случайно судить на эту категорию, на центральном так и так было не видно отрыва таза. Поэтому, как говорится, все смотрели на голову, оторвал. So you probably could see that the Russian head coach was the reason that jury overruled your attempt. Do you think it's appropriate behavior or not too much, not appropriate? I don't think it's appropriate, but... Вообще, как бы, в целом, как бы, Джим Самнера, он такой своеобразный очень. То есть обычно Джим, знаешь, как бы расценивают как, ну, как работа по вертикали, да, то есть, вот. А тут у него получается больше по горизонтали. То есть у него получается идет приведение к пузу и, соответственно, отведение назад, да, то есть в исходное положение. То есть как таково, вот именно работая вниз-вверх, как бы, ну, то есть оно по минимуму. Вот. И это одна как бы из причин, почему вот этот, и его жим такой, как бы, кажется особо непонятно. Пожал он, не пожал, тоже как бы этот не видно. Good lift, 2-1, Andrei Konovalov, Russia. Скажи, как она идет, ты ориентируешь, что там пол сантиметра осталось, потому что тогда я не дочувствовал. А если я понимаю, что потерпеть пол сантиметра, она дойдет. Понятно, может, по-другому. 2 сантиметра не дойдет сама, а пол она как раз уже на жестких руках довести. Потому что если она идет куда надо в дуге, на жесткие руки, как бы, она дойдет вес. Потому что я даже тебя смотрел, я встал на ногах, и я, вот, знаешь, как-то, я понимаю, что я не вижу точку опуска, и я перешел. Андрюк, 6. Прекрасно. До моего выхода, да? Да. Да. Великолепно. Видишь, как мы с тобой уложились? Настроение поднялось. После такого приста еще. Значит, форма есть. Если она есть, ее надо реализовывать. А не выдумывать маневры по ходу. Ну как? Я заметил, да. Гангста щит. Мальвина. Траурная, траурная. Все, посерьезнее. Да, да, да. Да не, на меня сразу просто. Давай, работай. В жиме опять не обошлось без передевашек. Пожали в той рубашке, которая позволяла стабильно начинать, опускать. Переодели на более жесткую. Смотрите видео Дмитрия Спиридонова в моей московской тренировке. Вам будет понятно, о чем я поговорю. Но немножко рубашечка съехала, то есть когда опускал, уже на самой паузе чуть-чуть рубашка скатилась, но при этом одной рукой как не пожал, другую не вставил, она поддавила. Я хотел 85 на третью попытку, Иванов оставил вес 380, зафиксировали рубашечку ремнем, и вы видели, как бы было все в порядке. То есть это повторение личного рекорда в жиме и плюс 2 килограмма к рекорду в жиме троеборческом. Ladies and gentlemen, Blaine Sumner is coming out for 4-2-5.5. This has been overruled twice by the jury. This, if successful, will be... Джимми немножко не хватило на подготовке тренировок вот в этой в новой рубашке. Боялся я ее, что ну начинать 380 как-то было немножко тактически неверно, поэтому есть из чего складывать движение, есть еще складывать прогресс, и надо просто делать новую подготовку, делать новую форму и быть во всеоружии к следующему старту.
I don't know. I wish I could figure it out, but I don't know. It's the same raw and equipped. I miss it at the top. Almost like my hands and my arms are all running into each other, and I just can't pull back all the way. Мы планировали, обсудившись, конечно, с Ивановым как бы эту тактику, что первый мы делаем подход незначительный, чтобы просто зафиксироваться, как бы показываем Блейну, что мы ни на что не претендуем, а вторым подходом накрываем его первую попытку тяги с точки зрения суммы. Да, собственно, поэтому пошли на 80. Помост был в ямах, он, в принципе, это не оправдание, то есть он в ямах для всех был. То есть первую тягу я подошел, у меня левая нога провалилась где-то на полсантиметра из-за неровности, да, и, соответственно, я не стал переизготавливаться, ну, потому что настрой сбивается. Перезаготовка в моем плане катать штанги, да и, не знаю, я это не люблю и не делаю никогда. Я потянул, и у меня еще на правый бицепс бедра так, ну, нагрузка плохо пошла, потому что перекос был. Вот, а, соответственно, вторая тяга я попросил откатить в начало помоста, мне ее откатили, я подошел, и штанга была в ямке. Я, соответственно, пытаюсь уже, как взявшись за гриф, немножко пододвинуться к ней, и она начинает от ног отходить. Ну, опять же, не сбивая настрой, я решил, что-то, ну, как бы потяну и потяну. Вот. В итоге техническая ошибка не дала мне возможность закончить движение. То есть я-то ее затащил достаточно высоко, просто траектория была не вертикальная подъема, ну, техническая ошибка. Второй подход, перед самым выходом на второй подход, мне свело бочину левую, брюхо. И я прям как бы боялся порваться даже. Что-то мне не нравится. Блин, Сань. Лёх, давай быстрее. Бегом. За ног, а когда пошёл, она пошла. Испугался, что ноги, видать, на приседе устали. Решил спину раскрыть. А ничего он там не решил, когда ты пытаешься, никто ничего не думает. Да, как это не думаешь? Да выйти никто сейчас, что вы начали? Я вижу явные ошибки спортсмена на помосте. Я вижу, что эти ошибки в борьбе позволят мне тянуть меньше вес. И, конечно же, я говорю, надо подавать протест, потому что колено раз не вставлено. Во-вторых, Самнер висит на своем замке, на кистевом, да, доводя корпус. Он не раскрывается. Соответственно, я эту ошибку вижу, я про нее говорю. And it screamed. So what did you feel at that moment? I was just very excited. I knew after that lift that I won, and I was, it was very exciting. So you probably knew that it's impossible to lift over 400 kilograms, 400. Yeah, I saw he missed 380, so I knew he wouldn't get the 405 or whatever it was. Ну, видимо, в нем наконец-то реализовался какой-то реваншизм в мой адрес, да, потому что он почувствовал, ну, не близость, наверное, уже сформировал для себя победу после этой тяги и решил ей насладиться, эмоционально выплеснув какой-то крик в мой адрес. Ну, меня он дестабилизировал таким образом, как бы, и не отвлек от настроя. Ну, если он порадовался таким образом, ну, я рад за него. Woo!
Сам иду в себя, сами не надо выводить, просто сделай себе штангу. Я сам На 405, конечно, многовато было для сегодняшнего дня. По физическим кондициям и подготовка в тяге не очень сложилась. Но я считаю, что надо было просить подавать на колени Самнера на крайнюю тягу. Почему-то Иванов это не сделал. Ну, не суть. Как бы на 95 было, конечно, реальнее, да? То есть, если надо было 45 его накрывать. В тяге не был готов на 405. Ну, как бы силы отдал. No way from a very similar to Konovalov. In a round of applause, ladies and gentlemen. President and the pool in the IPF. Ladies and gentlemen, on your feet, make some noise. And I just found out that you have special love between you and him. Yeah, so it's quite special relation. Very special. Who started first? I think that he did. The first thing I remember was 2015 or 2016. I had a bad meet, but I still won. And he shared some videos, some pictures on his Facebook about me failing squats and dumping the bar and missing lifts. And he had done some interviews with you where you translated it and did the subtitles. And I felt like he said some very negative things about me. Ну, я от тебя услышал некий комментарий Блейна, что я несу много там чуши или в кавычках пулщет там, да, или как это переводится, что я очень много лишнего говорю в интервью про Блейна Самнера, плохого. Я подумал, где я о нем плохого говорил, но, видимо, у него неправильные переводчики, да, либо он там не тем транслитом пользуется. В приседе корявое, в жиме, ну вот в жиме, ну, он научился, в 12 году он еще хреновато умел, как бы, вот эти углы ловить, то есть здесь он ее, как бы, опускает и параллельно везет, потом плечики вставил, дожал, как бы, здесь он красавчик, как бы, в жиме он рубах ловит, в приседе в тяге ужасно коряво, поэтому... После того, как я не потянул, я вышел, снял лямки комбеза, я спокойно подошел к нему, к его тренеру, пожал ему руку, и поздравил. Вместе с тем я ему протянул руку, пожал ее и поздравил. С другой стороны, тот, кто выходит на пьедестал, занимает первое место, протягивает руку второму, третьему призеру. Такие традиции, такая основа. Поэтому, ну, если мне еще выпрашивают Блейна, чтобы он мне пожал руку на пьедестале, мне это ровным счетом ничего не дает. Выглядело это грустно, об этом видели все, грустно с точки зрения традиции чемпионства, да, но, видимо, уровень воспитания и, как бы, определенные амбиции были таковы, что руки он мне не протянул, но я сильно не расстроился. Андрей не сдастся, его это подхлестнет? Я думаю, нет, очень на это надеюсь, потому что он выступил отлично, больше сказать ничего нельзя. Потому что, ну, в данном случае выигрывать за счет ошибок и считать такой мировой рекорд, я считаю, не совсем правильно. Очень многие судьи, спортсмены, тренеры возмущались. У меня нет такого, блин, да как же вот его выигрывать теперь? Планка задрана, там, тонна 300, как бы это уже фантастические цифры, казалось бы, да, но если Самнер поднял наконец-то свои килограммы не у себя дома, а на помосте, ну, значит, и мне надо эти килограммы перекрывать. Это цель моего следующего сезона. Ты меня спросил про какие-то горизонты. Я бы сказал, за 500, 400 и даже за 400. Вот, наверное, так. Пускай набросят на вентилятор хейтеры и порадуются за наши прогнозы. I saw the butt was lifted over the bench. If you see the replay on the internet, if you see this gap, what will you think about it? On all of them, or on the third one? On the third one?
What will you say to yourself? That I need to keep it down next time. Right.